Три карты. Речь у нас, как нетрудно понять, снова пойдет о карточной игре. Правда, поговорим мы не о Германии и Штоссе, а о более современной и более популярной игре «Берсерк. Герои». Иногда, знаете ли, хочется расслабиться и поиграть во что-нибудь ненавязчивое. Без расстановки ландшафта на столе, сборки и покраски миниатюр и просчитывания тактики боя с бросками кубиков. В подкидного дурака играть явно не мой выбор. А вот коллекционные карточные игры – вполне. Со времени тотальной гегемонии на рынке коллекционных карточных игр в лице Magic the Gathering прошло немало времени. И теперь конкуренцию ей составляет немалое число разнообразных продуктов. Все они в той или иной степени хороши, но есть некоторые, которые особо выделяются на фоне общего многообразия. К такой категории относится и Берсерк, который с недавнего времени претерпел модификацию и превратился в игру «Берсерк. Герои». Сражения здесь ведутся между двумя возглавляющими свои армии героями, о чем недвусмысленно намекает название игры. В процессе вы будете нанимать существ в боевые отряды, использовать заклинания и оружие, а также разыгрывать карты событий, чтобы обеспечить свое превосходство на поле битвы. Примечательно то, что это не только коллекционная карточная игра, но еще и стратегическая, да к тому же еще и полностью на русском языке. Ввиду того, что разработана и произведена известной компанией «Мир Хобби». Через это и стоимость, а значит и порог старта в «Берсерке» значительно ниже той же «Мотыги». Ну а раз такое дело, значит бегом в ближайший магазин настольных игр. «Берсерк. Герои» — игра, вышедшая в 2015 году и еще не успевшая обрасти диким количеством дополнений и новых карт. Хотя, по заверениям разработчиков, новые сеты обещаны выпускать по 2-3 раза в году. Они будут дополнять и развивать историю Лаара новыми картами, игровыми механиками и способностями. А пока на старте выпущено 317 карт. Для начала игры предлагается на выбор 5 наборов по числу противоборствующих сторон игры, а также бустеры по 15 карт, как, в общем-то, в любой карточной игре такого рода. Каждый стартер содержит в себе героя и его колоду. Это 41 карта. Еще одну колоду из 21 карты для тренировок и вхождения в игру. Необходимые маркеры золота, правила, без которых не обойтись. И в качестве приятного бонуса – бустер. В нем, как положено, 15 случайных карт определенного выпуска. В составе бустера обычно одна редкая карта, 3 необычных карты и 11 частых карт. Однако в некоторых бустерах вы сможете найти ультраредкие карты новых героев или запасные маркеры золотых монет. Карты в бустере могут быть любой из 5 стихий или нейтральными. Если вам попались карточки, которые вы не будете использовать в колоде, не беда. Всегда можно поменяться с друзьями или другими игроками в клубах настольных игр. Кстати, бустер — это не только источник новых карт, но и отличная возможность сразиться в «Берсерк. Герои» в новом формате. Во всех клубах любителей настольных игр проводятся самые разнообразные соревнования, для которых игроки не готовят колоду заранее, а собирают ее на месте из бустеров. Такая колода из-за сильной ограниченности ресурсов будет заметно отличаться от той, которую вы обычно играете. Зато на каждом турнире у вас будет получаться новая, чаще всего совсем не похожая на прошлую колода. Набор распакован, карты разобраны, соперник в лице друга найден. Пора садиться за стол. Цель игры – победить в поединке своего противника путем обнуления вражеского героя. Ход игры прост и незатейлив, но перед этим стоит уяснить некоторые обозначения на картах. В «Берсерк. Герои»
5 основных типов карт. Герои, существа, заклинания, экипировки и события. Герой — это персонификация игрока. Герой всегда лежит в открытую в игровой зоне своего владельца, пока продолжается игра. Игрок проигрывает, когда его герой получает суммарное количество ран, равное его количеству жизней. Существа встают на защиту своего героя и участвуют в сражениях. Разыгрывая существо, игрок кладет его на стол в свою игровую зону. Существо остается лежать там, пока не уйдет на кладбище. Обратно в колоду или на руку игрока. Экипировка делится на несколько видов – оружие, броня, амулет. Разыгрывая экипировку, игрок кладет карту на стол рядом с картой героя. Экипировка остается лежать там, пока не будет отправлена на кладбище. Заклинания помогают игроку усилить собственный отряд или ослабить противника. В отличие от существ, заклинания имеют разовый эффект. Разыгрывая заклинание, игрок сразу использует его особенность и немедленно отправляет эту карту на свое кладбище. События часто влияют на отряды обоих игроков. Разыгрывая события, игрок кладет карту на стол рядом с картой героя. Событие остается лежать там, пока не будет отправлено на кладбище. Перед началом игры вам предстоит составить свою боевую колоду. Она включает в себя одну карту героя и 40 или более карт других типов. Герой определяет стихию колоды. В колоде игрока могут быть только карты той же стихии, что и его герой, а также нейтральные карты. Важно! Карт с одинаковым названием в колоде может быть не больше 3 экземпляров, за исключением карт с особенностью «Орда». После того, как состав колоды определен, игроки выкладывают на стол своих героев лицевой стороной вверх. Случайным образом определяют первого игрока, который выбирает, кто будет ходить первым. Каждый игрок тщательно перемешивает свою колоду, кладет перед собой лицевой стороной вниз и берет 4 верхние карты. Не устроила стартовая рука? Не беда. Можно заменить любое количество карт из руки новыми. В начале каждого своего хода игрок получает новый маркер золота и выкладывает его на стол к уже имеющимся у него маркерам. У игрока не может быть больше 10 маркеров золота. Для розыгрыша карт с руки игрок оплачивает каждую карту маркерами согласно с ее стоимостью. При использовании маркера золота игрок закрывает его, поворачивая на 90 градусов вправо. Призванное таким образом существо сможет атаковать в следующий ход. При атаке противник имеет право защитить своего героя или существо в зависимости от ситуации. Бой происходит достаточно просто. Надо лишь сравнить параметры атаки и защиты. Если первое превосходит второе, существо отправляется на кладбище. Вот так вот в тяжелых кровопролитных боях предстоит нанести поражение врагу. Но берсерк героя — это не только дружеские посиделки на кухне, это еще и большое количество турниров, проводимых в клубах по всей России, а также на Украине и Белоруссии. Самый же крупный национальный чемпионат будет проведен в этом году в Москве и соберет сотни игроков, которые будут бороться за почетное звание чемпиона и призовой фонд в 200 тысяч рублей. Поэтому не тяните, обзаводитесь собственным набором берсерка, зовите друзей, играйте и выигрывайте. Кто знает, может, среди вас есть будущий победитель турнира чемпионов. Ну, а на сегодня все. И не забывайте, неважно, во что вы играете, нравится — играйте. До встречи!